бегаю вообще. Не знаю. Блин, это неправильно на самом деле, мне кажется. То есть, не, ну конечно клево то, что свобода такая. Типа иди туда, иди сюда. Можешь сюда пройти, тут поглядеть. Но блин, все-таки я предпочитаю, ну, постепенно открывать мир. То есть вот сначала должна быть какая-то линейность, там сначала меня должны обучить чему-то, а потом типа, ну вот ты обучился основным элементам, теперь шуруй, шагай куда глаза глядят. Или хотя бы возможность перемещения по локациям, на которых ты уже был. А то у меня тут сразу такой, оп, хочешь сюда ехать, ну вот тебе туда надо идти, ну ты можешь и сюда съездить. Вот я сюда и съездил, чисто из-за своего любопытства. Да ладно, по-моему, я тут все обыскал. Погодите, там что-то интересное было, я пропустил. Это дверь, да, была закрытая, да? Да? А, это карта, которую мне не достать, к сожалению. Печалька, печалька. Сохраняться я не буду. Это слишком много времени занимает. Реально, такое, знаете, сохранение тут такое занимает время. Когда-нибудь видели, чтобы сохранение занимало время? Может быть, в каких-нибудь старых играх? Только Commodore 64. Блин, вроде будущее, какие-то плакаты все какие-то. Из 30-х годов. С рекламой кофе, табак, курение какое-то. Компьютеры с мониторами устаревшими. Вообще. Странный сеттинг вообще у этого мира. Я понимаю, там в фильме было странно. Тут-то. Учусь на японском. Сотрудники компании «Глазопыт Транзит» благодарят вас за то, что я, например, не помню, что в каком-нибудь из фильмов Элен что-то было на японском написано. На кораблях. Явно Шимурой попахивает. Я надеюсь, я вернулся обратно, а не какую-то срань дальше уехал. Я просто метаюсь по локациям зад-назад. Музычка. Добро пожаловать. Мы доводимся. Добро пожаловать. Нет, просто... Я как-то еще сразу дальше... Черт! Я хотел обратно приехать. Как? Как так-то? Или мне стоит прямо сейчас уже запоминать все локации? То, что дальше будет только хуже. Ну, смотрите. Мне послышалось, там что-то ходило. Не может быть сейчас, что что-то тут ходит. Смотрите, геймпад такой прямо. Или это мышка такая, тех времен. Да историческая. У меня даже, блин, нету никаких чертежей, чтобы все это пилить. Зачем мне столько всего? Надеюсь, тут никакой турели нету, которая, например, сейчас выглянет, меня стреляет к херам и начинает с самой жопы мира, отдаленной. Вот это будет, знаете, так обидно, я буду плакать. Здесь так игра будет глумиться надо мной дальше. Тут даже никаких звуков нет. Только мои шаги слышны. Или это такая атмосфера, как у космоса. Даже никакой музыки. Не приглушенный, никакой. А, ну вот что-то заиграл. Постоянно слышатся какие-то человеческие голоса. Пожалуйста, не оставляйте вещи без присмотра. Виноват. Показалось. Какие-то человеческие голоса.
ребята, идите нахер! Спать надо. Я так долго не протяну. Иди отсюда! Пожалуйста, только не стреляйте! Это не станция, а кладбище. Я не хочу умирать! Дробовиком его. Уходите! Так было надо, и это ты предложил, не я. Чё надо? Не надо! Только не убивайте меня, уходите! Ничего, прорвемся. Что это? Виноват, оказалось. Да сколько вас тут? Что это? Для тебя это плохо кончится. Последнее предупреждение. Больно, Рипли, мать Тереза, Рипли. Все были бы. Откуда они там взялись? Их так много, ё-моё, откуда они там? Я думал, в этой игре надо чужого бояться, тут надо людей бояться, офигеть. Я просто сейчас накатил в себе штаны, это какая-то жесть тут происходит. Я как должен? Пока, жестокий мир. Что опять? Да сколько морг? Беги, Рипли, беги! Блинина, ты тупая, беги! Беги, беги! Блять! О, вот это жесть! Вот это жесть! Вот просто у меня нету слов. Как они вообще могли тут, я не знаю, проиграть войну с одним чужим, когда они тут так вооружены? Их до хера, они все вооружены, не могут справиться с одним чужим. Приехала какая-то женщина к ним в гости погостить. Типа, вот такая вот беда, у меня мама потерялась, помогите, ребята. А ее еще за это расстреляли. Молодцы, ребята, не спросив ни слова, ничего, живой человек. Ба-бах, на тебе, невооруженный даже. Конечно, они тупые, как пробка, даже не увидели меня, когда я там стоял. Ну ёпти, это писец, конечно. Нет, чуваки, эта игра какая-то... Вообще... Не для меня, на самом деле, я могу сказать. Это какая-то жесть. Чё это? Мне не нравится местное сохранение абсолютно еще. То есть это... Тупо. Сохраняться в терминалах. Это реально тупо. Не автосохранение, не сохранение в любое время. А сохраняться в автотерминалах каких-то там специальных. Ну, это... Не знаю, кому это нравится, но для меня это полный дядь. Где я вообще? Не стреляй, уходи! Эй, сюда! Тут кто-то есть! Ты ненормальный вообще здесь. Рипли, давай побыстрее, пока нас не укрохнули. Так. Ну это реально какая-то слишком хардкорная игра. Слушай внимательно. Я не могу прямо сказать, что это клёво. Работы, забирай Клэр, лови кота, запрись с ними дома. Это не клёво. Нам надо перебраться в какой-то надо безопасный пост, пока Сиксон не пришлёт корабль. Видел тут соседа, не помню как зовут, он ещё ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Он намаз. Кажется, он спрятал запасную пушку. Ага. Ни с кем не говори, как можно... Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Ерунда. Блин, давай наверх все заберемся. Пока меня не крутит.
я вам предлагаю убраться отсюда. Вот у меня будет оружие, я вас всех перестреляю, вы какие-то чокнутые, вам вообще нет, блин, пощады вам не будет. Смотрите, блин, жируют тут, жируют. И все им мало, мало. Что-то еще. Блин, мне теперь всю игру на картах вот так ползать. Спасателям нужна помощь от вас. Вы ненормальные. Что теперь? Чё отсюда ты меня не видела? Спасатели. У нее, блин, ствол такой, такая вот пушка у нее в руках, а она еще. Мне нужен спасатель, чтобы он прилетел на белом корабле и спас меня, ё-моё, женщина. Лечиться. Да! Нет, я ни хрена не видел, я слеп, блин! Ложная тревога. Вы что тут забыли все? Иди, негр! Сейчас! Больно. Как же больно. Как? Колись, сестра, колись! Да колись же ты уже! Да, это тупость! Ну это реально, это тупость! Это что такое за бред? Это вообще полный бред. То есть, игра мне предлагает, типа, не собирать всякое говно, вот просто... То есть, я хочу, например, вот, я такой человек, я страдаю болезнью собирательства, мне надо все собирать, все, что я вижу. А игра, как бы, говорит такой, ну, типа, чувак, не надо тебе собирать, иди дальше по сюжету. Стреляй! Стреляй, ну что ты такая меткая тут? Эй, сюда! Тут кто-то есть! Ладно, я не буду ничего собирать в этой игре. Так и быть, я не буду ничего собирать, я просто буду идти дальше. По сюжету, то есть. Ага. Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. То есть режим собирательства у меня отключен, все. Режим прохождения игры включен. Ну да. Лучше сразу ее пристрелить. Вон там, она внизу была. Твою мать, негр, ну что ты тут ходишь? Там что-то было. Вот тут что-то. Или как? Давай. Что это такое? Энергосистема. Нафиг. Как мне туда пробраться? Там негр ходит зад-назад. Теперь там женщина ходит. Блин. Сперва, слышишь? Я могу сказать, что это слишком сложно для меня. Еще я чужого не встретил. Встретил только хвост один его. А меня уже несколько раз убили какие-то черти саны. Которые мне даже не друзья. Вообще на это подписался. Не друзья вы мне. Какие-то глупые со всех сторон.
вот чё тут? Я не намерен тут сдохнуть. Ну не иди сюда только. Ну уйди куда-нибудь. Ну что ты? Ты же бот. Ты должен быть каким-то гиперумным, наверное. Ты же не должен ходить кругами, наверное. Уходи. Трогай меня. Нет, сюда не надо. Друг может пробежаться. А, нет, все нормально. Он ушел. Пусть валит отсюда, друг. Надо. А, вот она. Это хрень. То есть, в принципе, по идее, наверное, я могу их как-то этой хренью отвлечь. Смотри, что ты? Как? Ну что тебе это прилипло к этой херне? Я не знаю, что я сделал, только что я даже не успел прочитать, что там такое. И вообще не думаю, что мне это пригодится. Главное, больше на людей не натыкаться. Они особым умом не блещут. Нет бы подружиться со мной. Кстати, пейзаж такой местный. Прикольно. Красиво. Ничего не скажешь. Эй, вроде она побежала вниз. Пошли. Нет. Да вы гоните. Уж я туда не полезу. У нее твое устройство. Все равно оно не работало. Ничего, придумаем что-нибудь. Надо уходить. Уходите. Не надо за мной гнаться. Как вы вообще догадались? Как у вас вообще могла такая идея прийти в голову, что она ушла вниз? Тут... Грёбаный корабль размером, блин, с мой город. О чем вы вообще? Чего нету? Вообще ничего нету. Ладно. Если там что-то было, оставьте это себе. Ё-моё. Я что-то видел. Теперь я могу точно сказать, что я что-то там видел. Ладно, в жопу вентиляцию, я туда не полезу. Большой корабль. Большой. Ну, наверное, чтобы его полностью исследовать, нужно все-таки играть на минимальном уровне сложности, чтобы максимально его исследовать, потому что... Ну, не знаю, это становится сложно с каждым. Чем дальше, тем сложнее, думаю, тут будет. Сейчас Алена вылезет. Револьвер? 6 пулек еще. Подарок. А как бить? Вот так бить. Ключом. Ключ, да. Стрелять вот так вот. Не особо она хочет прицеливаться, я могу сказать. Пропуск. Так, что у нас тут еще есть? Пачка сигарет, если есть в кармане. Пачка сигарет. Сохранимся. Или я только что сохранился? А ладно, пофиг. Я только что сохранился. Так. Какие-то элементы гармонии. У меня желание, на самом деле, огромное полностью обыскать этот корабль. Ё-моё, что за постер страшный? Вообще жуть какая. У меня огромное желание обыскать полностью этот корабль, каждый уголок осмотреть его, но... Походу, моим желанием не суждено сбыться. Ну ладно, я как-нибудь переживу это, на самом деле. Так, мне туда, или сюда, или куда? Так, нет, погоди. Тут вроде как никого нету. Устройство не работает. Ух ты! Да не то слово.
Ау? Алло? Блин. Чувака так нехило разорвало. В смысле, его, скорее всего, уже стреляли просто-напросто. Ну да. Это пулевые отверстия. Но все равно. Грустно. Самописец. Что это? Самописец. Что? Что? Что это? Нет! Да чтоб тебя! Так, ладно. На Вию похоже. Обнаружен несанкционированный доступ. Аварийная блокировка. Ожидайте проверку. Какую проверку? Чего ожидаем? Что делать? Игра. Задачи какие у меня?
А можно сохраниться где-нибудь? Мне бы сейчас это пригодилось. Всякая херь. Вручальник Деканизи Портер. Говорю с техподдержки. Слушайте, Уэйтс. Этот самописец пуст. Я нарушил, бог знает, сколько соглашений конфиденциальности. И все зря. Там только логотип Violent Utah, не все. Вообще говоря, такой прибор сложно повредить, так что... Либо кто-то на борту Настрома нарочно удалил информацию, либо данные были повреждены еще до выброса. Может, теперь скажете, почему это было так важно? Кто тебе что будет объяснять? Ты слишком мелкая сушка, чтобы тебе объясняли. Все такую важную информацию. Так, сохранение. Ура! Ну что ж, друзья. Это, конечно, все очень весело и интересно, но это на самом деле жесть. Люди тут гашеные, бешеные. Головоломки, местные задачи, это просто жесть. Сохранение, жесть. Крафтинг, жесть. Вообще управление, ну... Игра пока что радует всем, кроме графики, естественно, и звуков. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставайтесь в эфире. В новых сериях, которые обязательно будут. До новых встреч, ребята!